такая же. Я уже заказал. Так, я представлюсь, меня Мурат зовут. Привет. Так, дорога у нас дальняя. В общей сложности будем ехать где-то около 2,5 часа. Это до последнего отеля. А в общей сложности у нас 6 отелей. Ваш третий, не волнуйтесь. Так, так. Первые два везунчика, это у нас Джустиньяно Парконти. Второй везунчик, это Джустиньяно Делюкс. Третий везунчик, это Тач Премиум. Четвертый, это Кахья. Пятый, отель Артси. Ну, шестой, First Class. First Class, это у нас конец географии. А, так вы же мой первым назвали. А сказали третий. Вы его первым назвали, Парконти. Когда сейчас перечисляли, вы его назвали первым. Ну вот. А что, когда этого сказали третий? Значит, нам еще больше. Вас не помню. Так, Зафиря. Да. Первая вы. Хорошо. Счастливочка. Ехать будете 2 часа. Счастье, да? Ладно, это шуточка. На самом деле, конечно, с нашим хорошим водителем доедем быстро. Хотя уж, конечно, у нас не то, что конец сезона, это зимний сезон. Отели большинство. Мужская заполняемость 35%, где-то у кого-то 20%. То есть это я к чему говорю, заселять будут сразу и быстро, хотя уже время, как говорится, время отдыхать, а мы еще в дороге, как говорится. Так, время, в принципе, у нас одинаковое с вами, у нас разницы во времени нету. 1 час. Так что... Другое время назвали, когда мы прилетели. Сейчас у нас 3 часа. А у них 2. А почему в самолете так А нам сказали.